Здравствуйте! Сегодня буду готовить куриные крылышки в духовке. Что нам нужно? Куриные крылышки и картофель, а также маринад. Маринад готовим так. В томатную пасту добавляем специи, чеснок, немного растительного масла и все это разбавляем водой. Хорошо перемешиваем и все. Маринад у нас готов. Маринуем куриные крылышки. Еще маленький такой совет. Если вы не любите запах куриного мяса, можете предварительно смочить в уксусной воде на 30 минут или час. Также в маринад окунаем картофель. В процессе, если в маринаде мало соли, можете досолить. Маринованные крылышки и картофель оставляем в холодильнике на 30 минут. На противень кладем картофель, сверху куриные крылышки. Распределяем и стараемся, чтобы не было толстого слоя. Отправляем в заранее разогретую духовку. Блюдо готово. Приятного аппетита!